Еще до того, как были построены пирамиды, кровавая волна хлынула с востока и захлестнула пустынные земли древних. Закон жестокого племени завоевателей лучшего воина провозглашал царем. Это был Мемнон. Мир не видел более искусного воина. Мемнон следовал советам своего провидца, который мог предсказать исход любой битвы, и перебил всех, кто ему сопротивлялся. Осталась лишь маленькая горстка храбрецов. Мой отец велел всем молчать! А ну, все, закройте рты! Мы собрались здесь вместе, чтобы отбросить все разногласия. Настало наше время. Мы не покорились врагу и должны сплоченно выступить против тирана. Провидец, его уши и глаза. Ни один смертный не победит Мемнона. А если провидец умрет, что тогда? Ты опоздал, Ферон. Мы грабили его богатые караваны. Мы оставляли его армию без провианта, но он все равно расползается по нашей земле. Я не пошлю своих людей умирать в бою безо всякой надежды победить. Своих людей? О ком ты говоришь? От твоего царства остались... Только камни и песок. Валтасар. Если я больше не царь, то почему ты стоишь передо мной на коленях? Валтасар! Поднять руку на царство! Убить изменника! Акации? Я думал, их давно всех уничтожили. Это последний из оставшихся в живых. Их меч покарает провидца. Ты собираешься довериться клану разбойников, убивающих за деньги? Они искусные убийцы, из поколения в поколение совершенствующие свое ремесло. А нам хватит денег, чтобы рассчитаться за услуги наемников? Они просят 20 рубинов. Это все, что осталось в казне! Молчи! Если эти люди убьют провидицу, вы будете драться? Да пусть убьют! Будем драться! Мы будем! Да, мы будем сражаться! Будем! Пусть убьют! Мы примем бой! Прогоним тирана! Да будет так. Клянемся, что мы испустим дух, но убьем провидца. Убийца! Этого прикончим бесплатно.